Всем привет, дорогие зрители, с вами я, Лайн, и сегодня мы играем в BMNG Draft. Давненько не было серии по BMNG, и сегодня будет очень быстрая серия, примерно будет 10-8 минут, от 8 до 10 минут, ну максимум минут 12. Очень долго не было BMNG-шки, поэтому влепи лайк, пожалуйста, дорогой мой зритель, и нажми кнопочку подписаться. Заранее я тебе благодарен. Так, давайте начнем с четверочки. Это рубрика краш-тесты. Если кто не помнит, еще давным-давно, блин, очень давно, еще в начале моего, еще в начале была серия по краш-тестам. Ну, я уже скачал много новых автомобилей и буду их тестить. Я специально для этой рубрики только что скачал машину, до серии ее проверил, и она не едет вообще. И бьется плохо. Блин. Очень крепкая. Очень. Ну вот отсюда мы сразу видим, что... Но нам переломало ноги вот. Переломало ноги, и ему переломало. Если он был пристегнут, он выжил, и мы тоже выжили. Все выжили. Так, R. Так, орбит. Дальше идем. Ты чё? Нормально? Машинка. Вы видели это? Она сейчас только что сама по себе поехала куда-то. Ладно, не будем обращать на это внимание. Давайте возьмем вот этот автомобильчик быстренько. Блин, ну за что? Она переключилась на ручную коробку передач. Я это ненавижу, когда она переключается на ручную. Ну, в принципе, едет 60, и поэтому я оставлю. Примерно 60 км в час я делаю всегда. Ну, вот, ровно 60, короче. Сейчас еще возьмем 60. Давай. Ну, 60 оставим. Как ее сложило? Как же ее все-таки сложило? Ну, салон тут ГГ. Вообще ни о чем салон. Тупой салон. Ладно, давайте дальше пройдемся. Давайте Рено Меган. Все. Вот как он называется. Меган, да, Меган. Так, сама не едет. Хотя, она едет сама. Автомат вот я поставил как-то. Ну, я не знаю, как ставить. Ну, поставился на коробку автомат. Это, в принципе, хорошо. Она еле-еле набирает 60. Ну, в принципе, неплохо. Давайте. И тормозим полностью. Ну, крепкая машина, крепкая. Нечего сказать. Крепкая, очень крепкий автомобильчик. Ну да, крепкий. В принципе... Может быть, даже ноги не переломало. Это очень удивительно. Давайте бэшку вот эту. Это короткая серия по BMNG сейчас, потому что... Ой. Вот, автоматик. Поставим и поедем. Короткая серия, потому что выйдет, наверняка еще выйдет серия по BMNG Drive. Тест карты, короче, тестировать карту будем.
Очень прикольная на карту. Ну, еще 2-3 машинки, я думаю, и можем закончить. Ну и вам, я думаю, неинтересно будет смотреть 20 минут, как я разбиваю тут машинки. Так, реал тайм. Вау! Уже вторая машина. Очень безопасная. Даже может быть, скорее всего, очень большая вероятность, что даже ноги не переломала ни одному из участников движения на этом автомобиле. Очень крепкий автомобиль. Ну, давайте еще 2-3 машинки и закончим. Давайте вот эту машину, чтобы все было быстренько. Какой цвет? Болото, болото, болото. Даже не сказать, что болото, короче. Вся машина построена из таких ноутекстурок. Вот. Это не текстура одна, представьте себе. Ноутекстура написано. Везде. Очень тупая машинка. Крыша синяя. В принципе, нормально. Поехали. Наберет 60, не наберет. Я думаю, не наберет даже. А, 60 уже есть. Ну все, сейчас. Опа. Вот. Удар. Мотор вошел в салон, друзья. И сразу вышел, да? Вот мотор. Это коробка. Давайте реал тайм. Тут тоже даже ноги не... А, нет, вот ноги переломала. Это тоже... Этому пассажиру тоже ноги переломала. Полюбак. Ладно. Давайте еще что-нибудь такое проверим и закончим серию. Ауди нет. Феррари. Феррари. Потому что если так, серия получится слишком. Ой-ой-ой. Давайте втопим. На этом автомобильчике. Вася. Я таксист. Я таксую на Феррари, потому что это классно. Так. Мы уже входим в стену. Так сказать. О, смотрите, как сзади нас сложило. Мотор сзади, и поэтому нам хана. Прикольно, дверь оторвала. Походу. Дверь оторвала или что? Ну, частично. Ладно, давайте с Ford Crown Victoria и все. Где у нас Ford Crown Victoria? Вот. Машинка. Ну, колеса, конечно, колеса. Колеса косяк. Но, кстати, этот косяк на многих автомобилях. Я не знаю, с чем это связано. Ну, скорее всего... Это баг самой модели, потому что когда я устанавливаю с другими автомобилями, все так же устанавливаю, все нормально бывает. А когда я установил Ford Crown Victoria, произошел вот такой баг. Опа. Вот, все. Так, ну давай, Виктория. Вика, черт возьми, сложила, ноги переломала всем. Это точно. Орбит. Опа.
У нас камера теперь вот тут. Ладно, друзья. Я думаю, можем... Стоп. Еще есть камера. А, вот. Ну, ноги переломала. Ладно, друзья, я думаю, можно на этом закончить серию. С вами был я, Лайн. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Фарминг симулятора больше не будет. Всем удачи и всем пока, друзья.